Добрый день, уважаемые зрители. Канал ТВ Лайф начинает вещание в прямом эфире. Мы идем в прямую трансляцию из Петербурга. От гостиного двора. Сегодня есть акция 31. И задуман еще организаторами марш на Смольный. Марш на Смольный. Крики народу собирается уже очень много. Сегодня в Петербурге погожий такой хороший солнечный денек, соответственно, очень светло, и качество видео будет лучше. Перед этим было темно, и... Здесь еще много людей собравшихся, видите, уже объявляют, что акция незаконна, просто разойтись. Здесь вот есть Сергей Гуляев. Где гуляет? За это вы понесете уголовную ответственность рано или поздно. За неповиновение законным требованиям сотрудника управления внутренних дел вам будет применена административное взыскание статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. При задержании сотрудника управления внутренних дел просьбой не оказывать сопротивление. В противном случае будет применена физическая сила и специальные средства. А почему вы знаете? Я напоминаю о соблюдении граждане законности, сознательности и порядка. Не подавайтесь на провокации. Поговорим. Сергей Гуляев, пожалуйста, начнем поговорить. Сергей, добрый день. Сергей Гуляев, прямой эфир. Скажите пару слов. Сегодня на акции планируете на марш пройти? Мы попытаемся пройти маршем к вольному требованию от Стаса Матвиенко. Ну, хватит уже терпеть все это воровство. Ее, в принципе, ночка, всей этой клики воровской, которая засела в Смольном и грабит наш город. И попытаемся сегодня пройти независимые требования. Ну, если сегодня не удастся, значит, уберешься в следующий раз. Ну, я думаю, что здесь, на этой площади, когда-нибудь не тысяча человек будет, а тысяч 20-50, и мы пойдем туда, куда хотим. Задумал не секрет, какой маршрут? На Смольный. А как поедете? Нет? Ориентировочно? Пока даже не ориентировать, да. Ясно. Спасибо. Удачи. Вот тебе Гуляев. Предварительно была информация, что маршрут задуман такой достаточно веселый. Пройти по Невскому, дойти до Литейного проспекта, по Литейному проспекту дойти до Большого дома, то есть до ФСБ, обогнуть здание ФСБ, повернуть на Шпалерную и по Шпалерной дойти до площади Придавской диктатуры, то есть Смольный. Вот. Какая вот задумка. Здесь ОМОН как-то приготовился, ОМОН человек уже собрался, похоже, делать. Здесь вот ОМОН в касках. Здесь ОМОН выстраивается в цепь. Здесь ОМОН выстраивается в цепь. На самом деле время еще без 5:06, как бы никакая акция не началась. Видите, ОМОН выстроился в цепи. Как бы разгрозил площадь на две части. Если это ОМОН, а там стоят, получается, люди, получается, что ОМОН отгородил часть людей от площади. Появился вертолет, скорее всего, американский вертолет. Шевин, все там. Привет.
вертолеты, но... Бронетехники канал Тэвлайн. Бронетехники пока нет. Бронетехника везде. Я сейчас пошел по кругу. Есть бронетехника? Стоит у Александрийки несколько машин по кругу. А что там, ОМОН стоит, да? Да, там ОМОН. Стоит несколько машин. Вот, Урала. Ага. Вот. Видно, что сильно перепуганы милиция, милицейское начальство, мы уже видим на площади. Вот. Посмотрим, что будет происходить. На самом деле упорство властей как-то совершенно непонятно, но пусть бы люди прошли. Кто-то любит Матвиенко, ее обожает, кто-то недоволен ее работой, хочет ее отставки. У людей есть требования, почему люди не пройти, не высказать свои недовольства. Конституция вроде бы это позволяет, законы российские позволяют, можно пройти, строить митинг, можно пройти маршем. Но не разрешили, власти не разрешили, не согласовали. Планируется марш на Смольный, а вообще акция стратегии 31 защиты 31 статьи Конституции. До свободы собраний. Всегда есть несколько проспект огорожен милицейской техникой, ОМОНовскими машинами. Дальше автобусы стоят, которые здесь будут выезжать задержанно. Пришел, чтобы раздавать свою книгу. Вот Яшин здесь. Он принес свою книгу «Путин коррупция 11 лет». Борис Ефимович, добрый день. Все, бывает прямой эфир, пару слов не скажете? Прямой эфир. Честно говоря, у нас не принципиально такие не летают. Но это же Петербург, это же культурная столица. У вас все время летают? Часто, часто. А? На митингах. Да,
Книги идут на расклад. Огромная толпа, что просто не протолкнулся. Уважаемые граждане, данное мероприятие проводится с нарушением требований закона номер 54.